Он вышел. Ничего не видно? Вернее, выполз. Выполз? Очень медленно. Но я бы назвала это бронежилет какой-то на нем. На нем. Накидка или что-то уплотнение. Без проблем. Защищаем физический робот с защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Сергея в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Вместе с тонкой копией Сергея поднимайся в комнате диагностики. 1, 2, 3. Пошел, подъем. Подожди. Стоп. Дай его биороботу. Защита абсолютно? Сейчас, подожди, нет. Оздоравливающие лучи. На счет 3 вволакивает его полностью. Энергия циркулирует по кругу. Да, все, можем забирать тонкую копию. Биоробот мы защитили. Берем Сергея в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Вместе с тонкой копией Сергея поднимайся в комнате диагностики. 1, 2, 3. Пошел, подъем. Мы на месте. Хорошо, мы приветствуем Сергея. Интересуемся, готов ли он к диагностике и чистке. Доверит ли он нам свое биополе на период сеанса? Доверит. Хорошо. Опиши, Вера, что ты там видишь? Какой там жилет на нем, бронежилет? Энергии уплотняющие, скорее всего, ящера. Такие пупырышками коричневыми. Конечно. От шеи вниз до пояса. Отлично. Хорошо. Я даю команду сканеру на счет 3. Сканер разрезает эту энергию полностью, отключает этот бронежилет от биополя Сергея до последнего чипа, датчика, импланта. Все отключается полностью. И вместе с его, с этими энергиями сопутствующими, выходит безболезненно эта конструкция из его биополя и отправляется в клетку-тюрьму. Она на голове тоже. Из головы снимаем, отключаем на голове, сканер отключает в автоматическом режиме. Значит, эти энергии в клетке, и у него на ногах что-то есть, как лыжи. Хорошо, даю команду сил моего намерения, лыжи отключаются полностью, до 100% выходит из его биополей, отправляется в клетку-тюрьму. Готово. Хорошо. Так легче, Сергей? Намного. Сейчас будем разбираться. Я даю команду, значит, 3 сканера. Сканирует пространство над головой Сергея, под ногами, 360 градусов вокруг него. Тонких тел Сергея находит все. Но лыжи это без. Без. Хорошо, без. Сегодня на лыжах и уйдет. Инсектоид. Инсектоид, хорошо. Дальше. Красный дракон. Красный дракон. Хорошо. И ящер. И ящер. Считается, снимаются маски и голограммы для всех в клетке. Все пристают согласно своему эфирному коду ДНК. Все те же. Ящер, цифра над головой. 348. Сколько находился в биополе? 7 лет. 7 лет. Красный дракон, цифра над головой. 34-18. Сколько находился в биополе? 3 года. Сколько находился инсектоид в биополе? 2. Сколько у тебя инкубаторов? 1 инкубатор. Без. Цифра над головой? 8. Что это за лыжи без? Циркулирует он по одному и тому же. Сколько ты находился в биополе? Одни и те же ошибки делает. Понятно. Сколько ты в биополе находился? 5 лет. Одно и то же обсуждает. Одна и та же проблема. Никак какая? Решить не может. Объясни, какая проблема? Если тебя интересует сегодня лярва в его биополе, ты должен со мной коммуницировать. Если не интересует, можешь не отвечать. Проблемы с женой. Одна и та же. Поставить точку не могут они в ней. Понятно, но ты сидишь не в обоих. Ругается, да. Ругается на одну и ту же тему. То есть эта зацикленность идет по кругу, и никак этот круг нельзя разорвать. Ты это хочешь сказать? А на этом ты нашел свою точку. И на этом ты... Я езжу по кругу с ним. Я ничего не могу сказать без, он по-своему прав. Хорошо, переходим к процедуре реверса энергии. В процессе реверса я буду задавать вам вопросы. И я даю команду тонкой копии Сергея спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную и патогенную низковибрационную энергию в его биополе. Один получить от них возвращается к ним. Выстраиваю канал к этому бронежилету и этой накидке над головой.
и реверсом Сергей отдает весь негатив, который он получил от этих двух артефактов. Пошла энергия назад, чужеродная, негативная. Все назад, все возвращаем. Посмотри, что возвращается к этому бронежилету и колпаку. Там какое-то, ну, боль идет и какое-то как состояние такое щемящее, безнадежности какой-то. Вот как. Ящер, а что ты себе позволяешь? Экспериментатор. А? Ты убивал человека? Морально не выдержал он. Что он не выдержал? Твое воздействие? Да, физическое тело дало осечку. Значит, ты был причиной его болезни рака? Слабое физическое тело. А и ты думаешь, накопленный негатив. Вот это является, на твой взгляд, причиной, да? Не твое воздействие, а слабое физическое тело. Слабак. Смотри, какая у тебя самоуверенность. Ты себя действительно считаешь какой-то привилегированной нацией? А как, по-твоему, мы захватываем ваши тела? Ну, согласен, да. Истощаем их. Верно, верно. А у меня есть аргумент. Показать тебе его? В моих руках появляется живая плазма. 1, 2, 3. И посмотри сюда теперь, ящер. Вот что тебя ожидает в конце нашей встречи? Кто над кем властвует? Объясни мне теперь. Ты не можешь убивать меня. На ты знаешь, это есть другие. Ой, сколько я уже органы. Сколько я уже ящеров отправил с этой живой плазмой. И ты единственный, кто об этом еще не знает. Ну, сегодня ты узнаешь об этом. Ящер, да. Вот так вот. Вот сюда ты попал. Я сдам тебя в межгалактическую полицию. Ты меня сдашь? Да, за твой самовол. Да ты что? А ты знаешь, беспредел. Откуда? А ты знаешь, откуда я? Из межгалактической полиции. Я тебя, возможно, если тебе повезет, сегодня отправлю тебя туда. Межгалактическая полиция не убивает плазмой. Так это тебе еще надо дойти до межгалактической полиции через меня. Это на военном уровне. А ты кто думаешь, перед тобой стоит? Гражданский? Это и есть военный уровень. И это оружие дается тем, кто имеет этот уровень, ящер. Если тебе удастся дойти до межгалактической полиции, то только с моего разрешения. И с разрешения Сергея. Ну, цивилизация развитая. Что такое? Настроение испортилось? Ты должен отпустить меня. Я ничего тебе не должен, ящер. Единственное, что я тебе должен, ящер получает удар. 500 тысяч герц удар. Вот что я тебе должен. А я спрошу Сергея, как он захочет с тобой поступить, и как он скажет, так и поступим. Сергей, вот причина ваших страданий. Вы хотите этой сущности отдать сегодня весь, все, что вы за 7 лет от нее получили? Всю вашу боль, все ваши болезни? С удовольствием верну ему все. Отлично. Выстраивай канал от Сергея к этому ящеру 1, 2, 3 и по этому каналу, Сергей, сконцентрируйтесь. Вспомните все свои боли за эти годы, сколько вам причинено неприятностей и страданий. И верните по каналу на счет 3 это ему назад. 1, 2, 3. Пошел мощнейший поток энергии назад. Ящер получает все болезни, все, что получил Сергей от него. Все в тех же местах за минуту возвращается за 7 лет назад. Ящер ощущает на себе все эти боли. Все, что ощутил Сергей, все ему до 100%, ни процента больше возвращается назад. Да, будет так, а так и есть. Он кричит, что эти боли были причинены физическому телу человека. Теперь ты получаешь. И меня они деформируют. Так и должно быть. Это называется закон кармы. 348-й ящер. Посеял зло, зло и получишь.
До 100%, не процентов меньше, не процентов больше. Отдавайте ему все, Сергей. Посылайте ему все свои болезни, все, что вы получили от него, все свои неудачи. Все ему назад. Верните этому паразиту. Ящер покрывается изнутри какой-то серостью. Полностью все тело до 100% становится. До 100% согласно воле Сергея. Пока Сергей все не отдаст, процесс не останавливается. Ну, вот сейчас он начинает булькать. То, что Сергей ему отдал боль с голосовых связок. Да. И он как не может говорить, у него бульканье происходит какие-то. А нам особо и не надо его слушать. Нам важно, ревер чтобы... закончился. Великолепно. Установили фильтры золотой сеточки на все каналы в порядке реверса. Сергей забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Все, что у него похитили, все, что у него изъяли. До последней капли возвращает Сергей себе обратно. Он хозяин своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Ты знаешь, у нас еще от дракона идет человеческая энергия. Ах, вот как, дракоша. Так... Ты воровал человеческую энергию, дракон? Дракон в сердечной чакре сидел, и он сжигал энергии ящера снизу, и тем самым поджаривая и уничтожая эту энергию человеческую. Ты уничтожал человеческую энергию, дракон, да? Достаю печать дракона 1, 2, 3, включая на полную мощность. Паразит. Получается, он пытался уничтожать энергии ящера, но они были связаны с человеческими энергиями, уже ящер давно сидит. Хорошо, дракон, получи за свое деяние. Он себя обезопасил, не Сергея, понимаешь? И он наносил еще больше ущерб. Хватит, хватит. Что тебе хватит? Тебе что просто понятно? Просто остановить. А убирая печать, что тебе понятно, дракон? Он перегнул палку. Ты 3 года перегибал палку. Дракон получает удар. 500 тысяч герц. Удар. Вот сейчас тебе будет понятно, что ты сделал. Больше последние 2 года. Хорошо, дракон. Если я сейчас... Осмелел. Осмелел, да? Хорошо. Ты еще смелый? Дракон, хочешь свою смелость показать? Нет, он просит не бить его. А я спрошу Сергея. Сергей, вы желаете дракону еще дать удар? Он 3 года вас лупил, сжигал вашу энергию жизни. Как ты будешь это компенсировать, дракон? Я тебя спрашиваю, как ты будешь компенсировать? Он отдает всю энергию, которую забрал. Я по-любому тебя забираю. Я забираю ее по праву, а не ты отдаешь. Ты вор. Как ты будешь компенсировать свое воровство? Уменьшить тебя в 4 раза и отправить тебя на твою чистоту таким. Не надо. Дракон, оставим пока этот. Не надо кощунство, он говорит. А ты что делал 3 года? Это не кощунство сжигать его энергии? Сергей, вы знаете эту боль, которую посредством сжигания энергии вы получили от дракона? Вы ее можете сейчас дефинировать, отличить от других болей? Он представляет, как у него вот этот огонь идет снизу по гортани вверх. Отлично. Вот. Сейчас сконцентрируйтесь на этой мысли. Выстраивай прямой канал к дракону красному. 1, 2, 3. И по этому каналу отдайте ему назад все это. 1, 2, 3. Мощнейший поток пошел назад. Все, что испытывал Сергей, испытывает красный дракон на себе. Все. За 3 года. В течение 1 минуты реверсом возвращается назад. Да будет так, а так и есть. Там страх, страх непонимания, неприятие. Все назад. До 100% не останавливается реверс. Готово. Хорошо, отлично. Так, мы реверс... А реверс закончился, да? Отлично. Хорошо, начинаем тогда с беса. Бес, выходи. Снимай все, что ты еще оставил в биополе. Что-нибудь еще есть твое там в ногах? Но он его полностью на лыжню поставил. У него даже палки в руках лыжные. Они и сейчас в руках? Ботинки. Нет, он снимает. Бес, ты что, фанат лыжного спорта или что, я не пойму? Так удобно.
А, понятно. Он показывает, так удобно кататься. Скользит. Скользит, да? Хорошо. Какая реакция этих лыж, этих палок на физическом теле? Что там было? Ты утяжелялся, усложнял, как было? Объясняй. Нет утомления от одного и того же действия. Понятно, хорошо. Монотонность, утомление от одного и того же действия. Хорошо, снимай все. Но как безысходность. Безысходность. Это... Создавал. Он все снял. Хорошо, без. Скажи мне, где находится лярва в биополе Сергея? Ну, горло он показывает. Горло. Он почему-то боится даже эту лярву. А что ты ее боишься? Объясни. Опасается. Мне. Объясни, почему. Что там в ней такого опасного? Мне это важно, я буду горло лечить, у него проблемы с горлом. Он не знает, какие энергии там чьи. Хорошо, давай я ее выведу, эту лярву. Я даю команду, сканер помогает мне, выводит безболезненно эту лярву из горла Сергея. 1, 2, 3. Выдавливается полностью до 100%. Вместе с сопутствующими энергиями все выходит и зависает эта лярва перед Сергеем. Да, будет так, а так и есть. Она как тянется, да, Вера? Она как синхронизирована с ним. Ответственность за эту лярву загорается маячок над клеткой. Ящер. Хорошо. Бес, я, скорее всего, тебе эту лярву не отдам. Я тебе отдам эмоциональный фантом. Тебя устраивает такой вариант? А что, она жирненькая. Ну, смотри, просто чтобы тебе хуже хорошая. Не стало. Хочешь ее? Очень аппетитно выглядит. Хорошо, я даю команду на счет 3. Все космические энергии из этой лярвы выходят в отдельный шар. 1, 2, 3. Формируется в шар. Формировался. Открывая под космическим порталом галактическое ядро, шар уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяй. Готово. Сейчас безопасно. Забираешь? Давай уже скорее. Отправляю. Заждался. Смачная какая. Понятно. Хорошо, ждем дальше. Вернее, работаем дальше. Инсектоид, выходи. Забирай свой инкубатор, отключайся полностью. Все крепления снимай, ничего не забывай. Инсектоид с горлом ничего не имел общего, да? Нет. Понятно. Ты по желудку... Он делал свое дело. Ну, понятно. Выращивал свое потомство. Выкармливал он его. Он толще становился, да? Ему надо было место для инкубаторов. Он толще не становился, он использовал его органы. Не с живота, отключал их. Все снял. Хорошо. Так, красный дракон. Выходи, вытаскивай все свои платы, отключай. И возвращайся в клетку. Где твои платы находились? Сердечная чакра. Только там? Только там. Что ты через сердечную чакру забирал? Или ты транслировал что-то еще? Ну, он показывает, что он не делал особых действий и деятельности не вел. Через плату забирал энергии, подпитывался. И когда ему мешал ящер, он его поджигал снизу. Ты поджигал ящера и поджигал Сергея одновременно, если ты этого не понял до сих пор. А если понял, ты уже получил мой ответ. Хорошо. Не понял. Возвращайся. Ему объяснили. Хорошо. Готов. Хорошо, я даю команду сканеру. Сканер сканирует Сергея на наличие остаточных энергий и присадок ящера, его конструкции. 1, 2, 3. Пошло сканирование. Все, что находится, мелкие частицы уничтожаются на месте. Если что-то крупное, выдавливается в шар перед ним. Чисто. Хорошо. Я даю команду на рассинхронизацию Сергея с этим бронежилетом, колпаком, ящером, лыжами, бесом, инсектоидом, красным драконом, его платами и ящером. На счет 3, 1, 2, 3. Пошла рассинхронизация до 100%. Готово. Рассинхронизация. Рассинхронизация закончилась. Отлично. Хорошо, все. Включаю внутренний белый свет Сергея 1, 2, 3. И этим светом Сергей выдавливает из себя все негативные патогены низкой вибрационной энергии, находящиеся на частотах интерферентов и их подключек. Остаточные 1, 2, 3. Все выходит светом, выдавливается, формируется шар. Да, есть небольшой шар. Открывая под ним портал в галактическое ядро, шар уходит на переработку. Я закрываю, печатаю, растворяю. Я даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Чисто.
Хорошо, подхожу к Сергею, помогая моей энергии сделать импульс высокой вибрационного шока удара, отсечь от себя все каналы к интерферентам и их подключкам. 1, 2, 3, удар. Отлетают каналы, открывается портал в галактическое ядро, каналы уходят на переработку, закрывая, печатая, растворяй. Готово. Хорошо. Кто из вас присутствует еще в квартире Сергея? Никто из них. Хорошо. Выходит эмоциональный фантом Сергея, проецирует все негативные программы, негативные мыслеформы, а также всю низковибрационную эмоциональную энергию, уже сгенерированная, проецируется на его эмоциональном фантоме. Но у него много чего вышло. Хорошо. Вы это видите, Сергей, это все вами сгенерировано. Вы готовы расстаться с этими энергиями? Он понимает и готов расстаться. Хорошо, сворачивай их в шар. Бес забираешь? Давай. Отправляю бесу. Не зря сидел. Хорошо, не зря сидел. Готов уходить? Да. Хорошо, больше не приходи в это биополе. Ты меня услышал? Слышал. Хорошо, слышал. Хорошо. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте беса. 1, 2, 3. Бес забирает все, что он с собой принес, уходит на свою частоту, закрывая, печатая, растворяй. Он делал. Он говорит второй раз, так не угостишь, нарываться я не буду. А, у тебя, ты хорошо развит и понимаешь все. Хорошо, правильно. Нашел. Ставь огненную пентаграмму. Хорошо, инсектоид. Готов уходить? Готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте инсектоида. 1, 2, 3. Инсектоид забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяй. Готово. Хорошо. Красный дракон. Ты понял свой урок? Понял. Прекрасно. Хорошо. Я хочу еще получить от тебя слово красного дракона, что ты больше никогда не позволишь себе войти в это биополе. Даю слово. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте красного дракона. 1, 2, 3. Красный дракон забирает все, что он с собой принес, уходит на свою частоту, закрывая, печатая, растворяй. Готово. Хорошо, ящер, кто будет вызывать межгалактическую полицию, ты или я? Ну, давай я вызову. Ли, я прошу тебя выйти со мной на связь. На связи. Я тебя приветствую. Посмотри, пожалуйста, у меня здесь редкостный паразит сидит. 7 лет, 348 ящер с бронежилетом, колпаком. И у человека рак горла второй степени. Он хотел вызвать межгалактическую полицию, я ему предложил свои услуги. Мы заберем его, то все уничтожим. Хорошо. Открывая под бронежилетом и колпаком портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. И это все уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Хорошо, ящер. Готово. Клетка пустая, посмотри, пожалуйста. У нас остались лыжи и палки. Под лыжами и палками открывается портал в галактическое ядро, они уходят на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Я не думаю, что они кому-то нужны. Поехали по частотам. Готово. Хорошо, я прошу, я даю команду сканеру включить медицинскую программу. И сканер сканирует сейчас горло Сергея, находит и обнаруживает, подсвечивает все раковые клетки. 1, 2, 3. Сканер начинает работать. Они пульсируют красным цветом. Ты видишь их четко и ясно. Ну, он нашел их. Много их? Много. Хорошо. Я даю команду сканеру. Сканер включает программу на уничтожение всех раковых клеток и сопутствующих энергий. И на счет 3 сканер начинает уничтожать все раковые клетки в его горле. 1, 2, 3. Пошел процесс до 100%. Также их фантомы. И также их фантомы. Полностью все уничтожается. Но он их как шьет, что ли, сказала. Одну за другие он их уничтожает, они теряют цвет. И сейчас отлично. Это все в шар смоталось. Он уже не красный, он как-то безжизненный. Выводим этот шар из биополя. Да. Открывая под ним портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. И этот шар уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяй. Готово. Я даю команду на счет 3, 2, 3. Пошли два мощных потока. Оно идет как человеческая энергия, которая становится на место вот этих... Новые клетки образуются из которой. Отлично. Ждем. Живые, здоровые. Ему вибрации не нужно понижать. Ему нельзя понижать вибрации. А кому их можно понижать?
Ему тем более нельзя понижать, конечно. А это все начинается с контроля мыслей. Изменить свою реакцию на определенные события. Не нервничать. Не реагировать так, как обычно. Готово. Отлично. Хорошо. Так, я даю контрольную команду скенеру. Скенер сканирует еще раз на раковые клетки в области горла. 1, 2, 3. Пошел процесс. Там все чисто, однотонно. Хорошо. Я хочу проверить. Я прошу Архангела Рафаила выйти со мной на связь. Кто беспокоит Архангела? Приветствую, дорогой Архангел Рафаил, Влад. Я приветствую вас. У нас случай такой. Мы человеку сейчас лечили рак горла. Не могли бы вы посмотреть и посоветовать, что мы еще можем сделать сами? Электроны должны быть. Он почему-то показывает такой круг, как да. Монета. Угу. Она состоит из электронов. Они как живые энергии двигаются в нем. Хорошо, я могу ее манифестировать, визуализировать? Он говорит, что в эфирное тело должны ее поместить, и эфирное тело очень связано с физическим. Хорошо. Эта энергия появляется в виде монеты. Есть. И помещаю ее в эфирное тело Сергея. Синхронизирую, гармонизирую на всех уровнях. Она расходится по всем телам. Вы все правильно сделали, Архангел Рафаил? А наряду с человеческой энергией она будет защищать тонкие тела. И, как уже сказали, вибрации не должны быть понижены. Благодарю вас, дорогой Архангел Рафаил. Примите на этом месте нашу искреннюю энергию любви и благодарности. Благодарим вас за вашу помощь. Не смею больше задерживать вас. Чистые мысли и помыслы должны быть, чтобы это все работало. Обязательно передадим. Благодарю вас. Он отключился от нас. Хорошо. Монета работает, да? Эти энергии все. Из нее энергии вышли, она превратилась в энергии. Такие пульсирующие, и они как волны разошлись по всем телам тонким. Хорошо, мы закончили. Сергей, вы слышали слова Архангела, что вам было сказано насчет поддержания эмоционального вашего состояния. Мы сделали на настоящий момент все, что от нас зависит. Остальная работа сейчас на настоящий момент лежит в ваших руках. Как вы себя чувствуете после чистки? Забыл спросить. Самое главное, я радостно себя чувствую. Изменения есть. Здесь-то все хорошо. Вот как на физическое тело это перейдет, посмотрим. Надо не только смотреть, надо еще и работать. Это то, что хотел вам и сказать Архангел. Он вам сказал не допускать негатива в свою жизнь и держать высокими вибрациями. Это залог выздоровления. Хорошо, мы закончили. У вас еще есть один проверочный сеанс. И для усвоения энергии вибраций возвращаем тонкую копию Сергея в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем его к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. И все энергии с тонкого тел переходят на физический план. Синхронизируется, гармонизируется. На всех уровнях. Энергия переходит и начинает оздоравливать физический биоробот, восстанавливать его. Все работает активно. Готово. Отключайся от объекта и поднимайся в комнату диагностики. 1, 2, 3. Пошел подъем. Я на месте.